Качество вина напрямую связано с качеством сырья. Об этом знает каждый винодел. Чтобы не зависеть полностью от поставщиков, несколько лет назад руководители винодельческого предприятия вблизи Басарабяски заложили собственные виноградные плантации. Можно иметь самые современные оборудования, лучших специалистов, но не имея плантации, это цепочка, которая она должна быть и в полном размере, там, и только тогда она работает, когда она... Вот есть и рынок сегодня, надо сказать, и китайский, и американский, и европейский. Есть и плантации, есть и переработка, есть и коллектив. Специалисты, те, которые там это умеют, уже набили шишек, набили руку, и у них все это получается. Немало шишек после российского эмбарго набили себе в поисках новых рынков и руководители винодельческого предприятия. Пришлось инвестировать деньги в новое оборудование, в привлекательную упаковку, тщательнее следить за качеством продукции. А главное – убедить зарубежных партнеров в том, что молдавские вина не только вкусны, но и безопасны для здоровья. Сегодня продукция, произведенная в Басарабяске, экспортируется в США, Китай, в страны ЕС, в том числе и в Прибалтику. Вместе с договором и по свободной торговле и ассоциации с ЕС, да, есть возможность экспортировать вам ваши прекрасные вина в европейские страны. И я сам убедился, что в Риге они представлены. К сожалению, эти вина мало знакомы. По качеству они и по вкусовым качествам они лучше, да, чем даже традиционные экспортеры, да, но их мало знают. К традиционным производителям винной продукции относится и Италия. Уроженец этой страны Росарио де Бласио по достоинству оценил вина, которые производят в Басарабяске. Как вы считаете, могут ли молдавские вина конкурировать с итальянскими на рынках? Oggi come oggi? No. Però... На сегодняшний день нет, но хочу сказать, что вы движетесь в правильном направлении. Качество ваших вин хорошее. Не это является причиной того, что вы не можете конкурировать с итальянскими производителями. Дело в цене. В Италии можно купить хорошее вино за 2 евро. Я живу в Кишиневе, я здесь не в качестве туриста, и покупаю молдавские вина в магазинах. Поэтому могу заметить эволюцию в их качестве и вкусе, которая произошла за последние 10 лет. Если взять винзавод из Молдовы и перенести его в Италию, тогда можно говорить о настоящей конкуренции, потому что исчезнут транспортные расходы. По данным статистики, объем экспорта молдавских вин в 2017 году увеличился на 5,5%. Отечественные производители расширили свое присутствие в Европе и Азии, которые сейчас поглощают почти 60% от объема экспорта бутилированного вина.